Рукавички на носу, сейчас синички, полота и классный нос, это Дедушка Мороз. Новогодние стихи в подарок бабушкам и дедушкам, тем, кто живет в доме-интернате. Личные поздравления пришлось отменить из-за пандемии, поэтому воспитанники социального приюта для детей и подростков Таганрога готовят видеоконцерт. Подарки тоже готовятся, причем своими руками. У девочек кипит работа над открытками. Каждая с неповторимым дизайном. Еще один сюрприз припасен с лета. Мы приготовили для бабушек и дедушек открытки. Сварили варенье из сливы и из шоколада. Пока девочки пакуют свои гостинцы, мальчики трудятся над плакатом. Елка будет стоять тоже посередине, возле тигра. Вот, он сейчас приклеит. И получается, мы как бы делаем елку ярким, потом я буду делать эффект как будто тут будут капельки белого цвета, эффект снежинок. Традиция обмениваться подарками между социальными учреждениями в Таганроге давние. Воспитанники соцприюта для детей и подростков и постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов дружат уже много лет. Так что и в этот раз не стали отступать от правил и приняли участие во всероссийской акции «Новый год в каждый дом». И ребята, и бабушки, и дедушки почувствовали, что не одни, что мы можем обменяться подарками, своим теплом, вниманием, заботой, участием, поддержать друг друга в это волшебное предновогоднее время. Подходите все сюда, глазами не моргай, рот не разевай, да ворон не считай, подарки принимай, подарки все хороши. Они просто сделаны от души! В качестве курьеров сегодня сами сказочные персонажи. Дед Мороз и Снегурочка доставляют гостинцы адресатам. Но уходят тоже с не с пустыми руками. Бабушки и дедушки испекли пряники для детей. И уже заканчивают трудиться над ответными открытками. А еще передают видеоприветы своим маленьким друзьям. Дорогие мои деточки, поздравляю вас с Новым годом. Пожелаю вам добра, счастья. Чтобы вы отлично учились, чтобы мы вами гордились. Роман Саганов, Виталий Ступаков, Дон-24, Таганрог.